знак зодиака, который отрабатывает грехи самого сатаны. Под этим знаком родился сам Иисус Христос. Еще не догадались? Тогда смотрите видео до конца. Ведь это очень важно. Только перед просмотром советую вам подписаться еще на мой Телеграм и Инстаграм. И я сделаю для вас бесплатный прогноз на будущее. А мы начинаем. Этим знаком зодиака управляет Сатурн, жесткая планета, которая ограничивает нас, наказывает за легкомыслие и ставит перед нами тяжелые испытания, которые нужно проходить с упорством и терпением. В кармическом гороскопе Сатурн – символ тяжелой кармы, долгов, которые нужно искупить через труд и испытания. Христос был воплощен под этим знаком для победы над Сатурном, сатаной, для облегчения наших грехов и долгов. Следует обратить внимание на то, что в списке наиболее известных пророков и учителей почти одни только представители этого знака. Когда смотришь на этот знак зодиака или общаешься с ними, складывается впечатление, что они несут на себе какое-то бремя, груз ответственности. Для них очень важная социальная реализация, им нужно иметь цель в жизни, ради которой они будут готовы упорно преодолевать препятствия. Их девиз «плохо сейчас, хорошо потом». В итоге они всегда побеждают зло. И да, это Козерог.